мы с вами можем наблюдать процесс того, как добывают здесь кокосы. Абсолютно без каких-либо приспособлений, с руками, ногами, одним ножом. Парнишка легко забрался на пальму, срезал себе два кокоса и спускается вниз. В общем, на дереве нет никаких приспособлений. Скажу вам, друзья, что если вы думаете, есть засечки на дереве. На дереве есть засечки. У него есть его маленькие секретики филиппинские. Это такой заранее подготовленный удобный клампинг. И вот Дон Джонни и Дон Стэнмо отдыхают. Да. У себя. Не все же работать. На плантации и наслаждаются заслуженным отдыхом. Белые господа. Белые господа. И своей маленькой колониальной колонии. Да. Мир пигмеев. Ищем подходящий остров. Мы только начинаем. Для колонизации.